Ребят, всем привет! Сегодня мы находимся в сквере Закаменский, улица Кирова, 44А. Здесь такое здание есть. Походим, посмотрим, что в нем имеется. Хочешь заработать? Тогда начни прямо сейчас, представляя уникальную возможность воспользоваться криптовалютной биржей Binance. С ней ты сможешь стать частью волнующего мира цифровых активов. Binance – это не только платформа для торговли криптовалютой, но и целая блокчейн-система, предоставляющая различные инфраструктурные решения. Зарегистрируйся на Binance и открой для себя мир возможностей. Здесь ты найдешь самые популярные и надежные криптовалюты для торговли. Также создан удобный и интуитивно понятный интерфейс, чтобы ты смог без проблем освоиться на платформе и получить максимальную выгоду от своих инвестиций. Кроме того, Binance предлагает множество привилегий для своих клиентов, низкие комиссии, гарантия безопасности твоих средств и многое другое. Ссылка под видео в описании, переходи и делай правильный выбор. Как этот фонтан называется? Кудыкина гора? Нет, а, Кузьми Горыныч. Там по дети купаются. По мотивам русских народных сказок. Там злой Кощей над златом чахнет. Да. И этот, как ее, щука, он держит яйцо. И в фонтане купаются дети. Ну-ка, там есть? Да, вот злато есть. А, он пустой. Он не включен. Но это единственная достопримечательность в этом сквере. Такое чувство, что здесь это для собак. Ну, с собаками люди только гуляют. Добраться сюда можно. Самое оптимальное – это метро Октябрьское. Само метро, ну, отсюда метров 50, может быть. То есть сейчас выйдем, и там будет выход на само это метро.